совместной декларации, состоявшейся 15 декабря в Брюсселе 6-го саммита Восточного партнерства Европейского союза, отражен ряд важных для Азербайджана вопросов. Евросоюз поддерживает территориальную целостность всех стран-партнеров, в том числе Азербайджан, в рамках международно признанных границ, приветствует переговоры по новому проекту двустороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС, а также завершение проекта Южного газового коридора. Об этом заявила начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева. По ее словам, в совместной декларации содержится и призыв к глобальной солидарности и предотвращении пандемии. Это соответствует приоритетам, предоставляемой нашей стране движение неприсоединения по борьбе с COVID-19. Официальный представитель МИД подчеркнула, что по причине несоответствия выраженных в совместной декларации взглядов по Беларуси принципам внешней политики Азербайджана, Азербайджан принял совместную декларацию со своей оговоркой. То есть Азербайджан заявил, что не разделяет позицию по Беларуси в пункте 11. Еще одна оговорка Азербайджана касалась территории, затронутых конфликтом. В техническом приложении к совместной декларации так в документе отмечается, что Евросоюз будет поддерживать организации, действующие за пределами столиц, на территориях, пострадавших от конфликта. Азербайджан в своей оговорке подчеркнул необходимость осуществления деятельности на этих территориях по запросу и согласия страны, которой принадлежит территория. Эта позиция основана непосредственно на международном праве и суверенных правах государств, подчеркнула Лейла Абдуллаева.